мы его с вами увидим. А в средние века этот город был опорный пункт крестоносцев. Небольшая крепость была крестоносцев, где на вершине горы была башня обзорная. Она сохранилась до сегодняшнего дня. Поднимемся обязательно на нее, всей этой красотой полюбоваться. Даже Римский театр восстановлен, правда, но тоже сохранился. Территория города Ципори была большая. И как вот и по сегодняшний день, и тогда в те времена города все делились на две части. На жилые кварталы и на так называемые промышленные зоны. Ну вот кто в Израиле живет, знает, у нас всегда все промышленные предприятия вынесены за городскую черту, чтобы не мешать людям спокойно отдыхать. В те времена то же самое были. То есть был верхний город, Акрополь он назывался. А внизу находилась вот эта промышленная зона, где были магазинчики, где были лавочки какие-то. Вот эта вот улица Кардо большая торговая проходила.